Если хочешь иметь приятный досуг, не теряй времени даром. Здравствуйте, с вами Юлия Чернеева. Я расскажу вам о самых заметных городских событиях на ближайшие дни. Мне бы в небо! В субботу, 20 августа, на аэродроме Бобровка состоится 6-й региональный фестиваль авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта. Если вы неравнодушны к авиационной технике, хотите посмотреть показательные выступления спортсменов и полеты легкой и сверхлегкой авиации, невероятные прыжки парашютистов и пилотаж спортивных самолетов, смело вставайте пораньше и выдвигайтесь в сторону аэродрома. Начало в 10:00. На фестиваль будут ходить автобусы от привокзальной площади города Кинель до аэродрома. Интервал движения 30 минут. Фестиваль индийской культуры приглашает всех неравнодушных к ярким краскам, специям, песням и танцам. В программе фестиваля спектакли, фото в национальных костюмах, роспись мехенди, музыкальные выступления, сладкое угощение. Для всех желающих будут организованы мастер-классы по индийским танцам. Фестиваль состоится в субботу в парке Дружбы. Начало в 17:00. Что не выходные, то парад вкусностей. Очередной ресторанный день в Самаре пройдет 21 августа с 12 до 18:00 в саду Литературного музея. Организаторы заявляют около 30 вкусных площадок. Кофе, тортики, варенье, пироги, мед, сыр, мясо, хлеб и бургеры. Именитые рестораторы обещают лекцию о том, как открыть свое кафе и подобрать команду мечты. Также вас ожидают мастер-класс по росписи пряников и латте-арту. Это рисование на кофейной пене. Так что смело можете поголодать немного до воскресенья, а потом отвести душу на праздники еды. Литературный музей, улица Фрунзе, 155. И традиционная информация для киноманов. Фильмы на свежем воздухе с видом на Волгу для вас бесплатно все лето показывает кинотеатр под открытым небом «Филин». Четверг, пятница и суббота. Теперь фильмы показывают в эти дни. Итак, в субботу смотрите советский детский фильм 1956 года «Старик Хоттабыч». Начало сеанса в 21:00. Кинотеатр «Филин», набережная Волги у Ладьи. На сегодня все. Хороших вам выходных и отличного настроения!